DIY. В сегодняшнем видео буду показывать свой заказ AliExpress, заказ молду. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Вот я уже заполнила гипсом. Гипс я покупала вот такой уже готовый. Этот гипс для творчества. Чтобы его высушить, я вот прикладываю к игрушке. Если вам нужна форма для бутылки, то тогда прикладываем к бутылке и сушим. Видите, как я вот так сушила? Если для шкатулки, оставляем на плоской поверхности узоры. Он очень тонкий, вот этот силикон. Со мной получается очень красиво. Точно так, если хотим для шкатулок, оставляем вот так сушиться. Если для игрушек, то вот берем бутылочку вот таким образом, оставляем, и он будет сушиться. Вот этот молд очень хороший. Тоже, если для игрушки, то сушим вот. Лучше на игрушку же. У меня молд ангелочки. Все ссылки на этих молды я оставлю в описании. У меня еще есть заказ молда, придут, обязательно покажу. Давайте я вот заполним, только сразу снимать ангелочка я не буду, оставляю часа на полтора, потом снимаю. Если оставить до полного высыхания, он у меня не получается снять, трескается. Наверное, с полимерной глиной будет проще работать. Вот такие ангелочки можно использовать для бомбонерок. Оставляем на пару часов, потом снимем. Вот готовая игрушка, теперь будем декорировать этими же рамками. Если вы делаете игрушку для продажи, то лучше клей использовать полимерный. Это я для своей елочки, поэтому я вот обойдусь вот таким образом. Приклеиваем сюда. Я добавлю ангелочек. Можно камей добавить. Вот. Вот сложила, вот таким образом я буду их сушить. Все ссылки молда будут в описании. На этом все. Всем спасибо и всем пока. Подписывайтесь на канал и становитесь частью большой семьи. DIY.